Я готовилась поступать на юрфак. Я хотела заниматься криминалистикой. Но щелкнула за меня судьба, которая послала мне встречу с режиссерами Владимировичем Волотяном после школы. И я попала на свой первый фильм, который был в 1965 году. Получила за него приз зрительских симпатий в Италии. И после этого я поступала в театральный институт. И вот так, в общем, как-то судьба распорядилась. А встреча произошла случайно? Случайно. Ну как, расскажите. Абсолютно. Я об этом очень много рассказывала, кстати, на телевидении, в интервью. Я стояла на троллейбусной остановке и с документами очередными в университет. Подошел Эмиль Владимирович Лосян. Сказал о том, что начинаются съемки, ищут героиню, конкурс. На следующий день все это, я была на этом конкурсе. Я не буду рассказывать там масса всяких подробностей, но конкурс. И я была утверждена на главную роль. Через неделю я была на съемочной площадке сниматься. Вот так бывает в жизни.